те, кто говорит, что Оля Бузова плохая певица, как бы вы все уроды, тупые. Потому что как бы я недавно смотрела, как бы что как другие люди поют, и они поют не при помощи, знаете, таланта, там, как вы говорите, или еще как бы чего-либо. Они поют при помощи рта, и все. И как бы Оля молодец за счет того, что как бы ну, когда у вас есть талант, как бы и к пению, и как бы у вас есть слух, то любой дурак так споет, когда есть слух и талант. А вы попробуйте петь, когда у вас нет ни таланта, как бы, ни слуха, и вообще ничего, как бы нет, а вы все равно звезда. И это сложно. И Олечка молодец при этом, при всем. И поэтому она, я считаю, что она и другие такие же люди, которые на эстраде поют без голоса, они паралимпийские героины. И героины. Ну, под этим, наверное, все и происходит. На эстраде у нас все и происходит.